Так, начнем с outside. Вот он, house beep. Водичка есть, все, я уже закрыл. Вот. Он был здесь. Он был здесь, но... А здесь был старый house beep. Сейчас я тут закрою. Все. Здесь был старый house beep, я его выкрутил, потому что он просто отрезанный, стоял в стенке. Вот, а эту дырку надо будет заклеить или как-то за это забить. Получается, этот house beep стоял как раз по центру таба, и он такой длинный, он ничей сколько, ничей 10, наверное. Вот, это раз. Я вот здесь вот положил эти трубы. Можно потом как-то их забрать будет. У меня просто некуда ставить, вообще там все забито. Вот. Дальше. Я там уже порядок навел. Поубирал. I do a video for Nazar. Так, вот он тап. Вот он вял. Так, здесь я поставил вот эту штучку. Во-первых, чтобы тап проверить. А во-вторых, это... Понял, да? Если надо будет вода, там, талщику, можно будет вот сюда просто взять и все. Здесь, сейчас я крышку, наверное, закрою. Здесь все это поубирал. Это тоже этот шурган старый. Это все забил, законопатил. Сейчас у нас оно лучше стоит, чем вот здесь. Вот здесь это оно прогибается, здесь отлично вообще стоит. Вот. Туалет 16 инчей. Вот, и потом у нас центр синка вот здесь вот. Он как раз двинется, отойдет тут. Вот. Единственное, что я воздушку поднимал, поэтому немного здесь накосячил. Вот. Воздушка стаба. Вот, соединяется с воздушкой сынка и воздушкой на туалет. И все это уходит туда на крышу. Поэтому здесь немного. Здесь я начал резать, оно все обвалилось просто. Кусок. Так что, сори. Как-то не очень хорошо получилось. Вот, а так все. All done. Ready for tile. Вот, но эти он уже как-то забьет. Я там снизу позабивал доски, пока был в crawl space. Добро. Все тогда. Давай, покидаем.